Headshot. Double kill. Multi kill. Мазово. Ты правда считаешь, что CSV более достойный ствол? Более достойные стволы, капитан Очевидность, это QBZ и STK. А инженер, к сожалению, пока что Сосо Павлиашвили. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Ракутагин, капитан Очевидность, Warface и пистолет-пулемет Кедр. Для многих до сих пор мета. Да, CSV понравился не всем. Очень громкий специфический звук, не самый удобный прицел для некоторых, который еще иногда и обладает свойством забагаться, а также отсутствие глушителя. Все это заставляет многих сделать свой выбор в пользу Кедра. А потому встает вопрос, на что Кедр способен сегодня? Дабы найти ответ, возьмем Кедр в руки. Отправимся на паблики, а потом на РМы, знаете, чтобы так в самых разных условиях протестировать. Чтобы жопа пригорела. В общем, качественно ворвемся в Warface с Кедром. И хорошенечко понагибаем. Это типичный новичок Warface, и сейчас произойдет неизбежное. Если ты хочешь другой судьбы, то воспользуйся ссылкой в описании. По ней как новых игроков, так и ветеранов ждут отличные подарки. Уникальные внешности и оружие на каждый класс. Яркие достижения, красивый брелок и камуфляж на пистолет Sig Sauer. А при первом пополнении счета плюс 100% кредитов придет. Врывайся, братишка. Warface тебя ждет. Ты решил попасть в книгу рекордов Гиннесса за самые креативные ники? Ну, ник, ребят, сами понимаете, уникальный, необычный. Он был не занят. Я думаю, как не занят? Вы чё, пошутили? Это должен быть мой ник, я считаю. Headshot, baby, you got owned. С почином, рачина. Благодарю, Нарина. Да блин. Вот так вот другое дело. А ребятишки-то, по-моему, у нас те еще пассажиры. Да. Маслятки. Самый настоящий кэпчик. Да-да-да, музычек, сука, душил. Та-та-дам-та-дам. Ой-ой-ой-ой-ой. Да уж, хорошая комната. Да. Как ты говоришь, густонаселенная. Ну-ка, извини меня, 80 миллионов, сколько там, 180 игроков. Хэдшот, детка. Выбирать не приходится. Какие есть комнаты, такие есть. Обед запуска взят. Да-да. Я тебя не видел, конечно. Это очень опасно. Да, я знаю. Но получилось. Годнотелло. Где-то здесь он. Вот он. И этот человек играет 10 лет мясорубки и AIM Lab. Ты такое дно, Ракутагин. Ну это случайность, сука, вы этого не видели, ребят. Это оплошность маленькая. Просто оплошность. На старуху бывает проруха. Рука не так пошла, сегодня не потренировался. И мины у тебя такие же, как твой AIM. Вот насчет мин, заткнись, сука. Они самые стабильные мины в мире. Это или реальные новички, Ракутагин, или тупо постанова. Не-не-не-не, никакой постановы, Кэп. Я тебе говорю, ты просто за мины вообще не шаришь, как и многие. Какую-то фигню мне расскажешь, какие-то сказки, сука. Мины, мины, мины вот так надо ставить. Ну вот так надо нагибать. Вот так оно и бывает. Есть. Вот так. Опа. Интересно, о чем он задумался? Хороший человек плохой воздух в себе держать не будет. Лучше я перну и создам свою атмосферу, чем буду находиться в чужой. Попался. Там вон какая-то мышь сидит тоже грузовая. Я вам точно говорю, там кто-то шуршал, сука. Шпион какой-то. Он такой, знаешь, типа его не видно. Ну да, конечно. Я вам точно говорю, там кто-то есть. Вон он.
Есть, попался, голубчик. Скажу тебе честно, Ракутагин, это чистейшая маслочизация, да. И вообще не считается. Считается, как, еще как считается, поверь мне. Это идеально. Не, конечно, это только разминка, потом мы на РМ пойдем, как вы хотите. Конечно, мы пойдем на РМ. Ради этого стоит жить, кто бы что ни говорил. В этом и есть сок Warface. Даблкил, детка! Боже, наконец-то! Ой! Кэп, а давай еще разок пойдем? Один разочек, сука, в этой же комнате! Для удовольствия! Эх, блин, какая ностальгия, сука! Я как будто в 14-15 вернулся, блин! Они супер сладкие! Вот почему такие комнаты редко попадаются? Мы выиграли раунд! Да и пофигу! Хедшот в голову. Так, тут никого. Где же вы можете быть? Ну, я думаю, где-то на респе, да? Да! Ну, конечно, где ж еще? Вот, отлично, великолепно. А знаешь ли ты, дорогой друг, что истинный скилл не в нагибе слабых, а в противостоянии сильных. Ой, да-да-да, очередная какая-нибудь цитата из ВКонтакте, сука, затертая. Иди ты в жопу! Кто такую шляпу рассказывает? И вообще это, блин, очень далеко от жизни оторвано. Ничего подобного. Ничего подобного, сука, в нагибе сила. В маслочизации. Ну что, потешил свое самолюбие? Да. Пора бы и место знать. Ну, мы это еще посмотрим. Пора действительно отправляться... на РМ. Угу. Нормально. Угу. Хорошо. Очень хорошо. Так, нет, быстро. Вот вообще хорошо. Вы только посмотрите. Пожилой гибон сегодня в форме. Да, ты как хотел, сука. Давай, покажи мне личико. Годнотало, ребятки, вообще хорошо идет. Есть. Опять в себя поверил. Да. Ракутагин, ты как женщина с ослабленной половой бдительностью. Тебя вечно заносит. Кого заносит, гондонини? Молчи, что за сравнение, сука. Никакая еще ослабленная бдительность. У нас, сука, бдительность вообще на пределе, запомни. Мы максимально бдительны, блин. Ослабленная бдительность. Иди ты нафиг, блин, падла. Сука. Кедр, это хорошо, но СТК выписывает тебе путевку на Горбатую гору. Ну вот, сука, тот случай, когда с ним не поспоришь. Здравствуйте. И вы здравствуйте. Достойно. Нормально. Но очень даже нормально. Да, сука. Неплохо, но я считаю, что потенциал киберспортсмена и его оружие реализован не на 100%. Да-да. Капитан Очевидность, знаешь, я тебе по поводу юмора скажу так. Не умеешь, не шути. Главный киберспортивный режим Warface, который просили миллионы. Да, сколько там, 80 или 180 миллионов? Все просили, сука. Вот знаете, люди не спят, не едят. Хедшот, детка, только и думают, как бы вот Блиц на РМе был. У них других вообще мыслей ни о чем нет. Ой-ой-ой, да. Переводочка в стиле Open Cup 98-го года. Капитан Очевидность, ты хотя бы такую организуй, потом суди, сука, понял? Вот так вот. Как говорится, а судьи кто? А судьи нуб. Обоснуй во мне нуба. Да-да, есть такое, сука, молчи. Судьи-то нуб. Ну, так. Тихо. Давай-давай. Во! О. Похоже, у нас гений на штурмовике. Да не говори, сука. Инженер его прикрывает, он дефьюзит. Гениально. Маскировка включена. Угу. Что, как включена? Да, детка. А вот это я понимаю. Дабл мышь. Мы выиграли раунд. Хедшот в голову. Да, именно туда. Как старый добрый, сука.
Если верить статистике, то пушка имба. Но все мы знаем, что Ракутагин, как всегда, задронировал. Да, особенно на соло РМ. Конечно, непременно задронировал. Вот такие дела, друзья. Кедр действительно неплох. Однако скоро у нас обновление, и вы сами понимаете. Да и на фоне СТК, да и даже, честно говоря, QBZ, он все-таки сосо Павлиашвили. Но, надеюсь, тем не менее, данное видео вам понравилось. С вами был Ракутагин, капитан Очевидность, прекрасный Warface, и мы увидимся с вами. Нагиб.